Привет всем стратегическим жевжикам, вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии Загаллов в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Рекомендую перейти к первой серии, если вы ее не видели, все-таки лучше смотреть с самого начала. Ссылка есть в описании к этому видео. А также напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им за поддержку, а всем остальным приятного продолжения просмотра. Нефть у Кхмера. Ну что, Амани в Женеву? Да, наверное, да. Чё тут расти? Будет гавань на плюс 2. Тут есть на плюс 2. Но все равно хватает жилья. А нет, ну все равно, ладно, 4 пускай будет. Так. После лабы строителя как раз карточку надо будет поставить. Вот тут, между прочим, блин, я бы тут, наверное, все-таки после дворца Паталы. Великую библиотеку поставить. Потому что Великая библиотека дает ускорение. А, ускорение всех технологий. Вот. Изучение случайной технологии ускоряется, когда другой игрок получает великого ученого. Это очень неплохо, между прочим. Так, что тут по великим... Стоп. Блин. Надо было инженера использовать, я забыл о нем. Что тут взять по великим людям? 3 единицы нефти в ваши торговые пути за каждый стратегический... Кстати, интересно. Зарение технологии компьютеры. Ну, такое. Пускай Кри забирает. Так, отлично. Так, тут есть лаба. Да ладно, еще кто-то и пингал, и Патала построил, что ли? Нет, вроде. Так, тут есть лабы. Торговый путь могу еще поставить. Ну, потому что тут достроился... Эти кампус. И откуда у меня бегают? Сюда отправлю. Алюминия не видно, да? Вот, давайте канализацию.
Надо поберечь сейчас. Послов будет. И в Женеву побольше поотправлять. То есть у меня сейчас Амани там сядет. Даст двух послов. Ну не сейчас, а сколько она? Три хода. Харихаралай 3 еды еще дает. То есть я и на производство отправляю, чтобы дворец Патала быстрее построился. Так. Да, давайте апну последнюю. Или нафиг надо? Нафиг надо. Каравеллу одного апну. А, даже... нет, уголь мне нужен. Так что стой на месте. Вот это я сюда ставлю. И два... два заряда... Блин, а два заряда вместо чего ставить-то? Ну, на строителей. Видимо, вместо священного места, вместо производства пока поставлю. Считайте. Так, у меня четыре посла. Триста тридцать восемь. Здесь тоже в науку. Это опять забыл поменять этот перк. Тут лабы есть, стоит на науку. Тут лабы есть, тут есть. Вот здесь еще. Вот странно, как бы у Кри все время больше науки, но он почему-то не уходит вперед. Я так понимаю, что он на ускорение как-то не очень обращает внимание. Из Багакума кто-то похитил денежку. Так, поторговать есть чем? Ой, стены покупать так нечестно. Алмазы. Мед. Так, с ацтеком алмазы. Ацтек предложение. Бразилец предложение. Красители Скри. Кри предложение. Mm-hmm.
Нужен ли еще строитель или достаточно? Канализация. Ну, давайте. Да, тут еще обрабатывать. Надо бы еще. Может, я, наверное, куплю сейчас. О! Здание этого района дают плюс 2 производства и на 3 клетки дальше. Тоже можно выкупить. Кхмер, забери ученого. Кстати, мгновенно строят верфь и маяк. Это вот для этого города нормально. Подойдет. Да. Через сколько ходов я его получу? 4. А вот этого надо бы выкупить за веру. Поехали. Что там, наоборот, уже ацтека нагибают, да? Ну, с армиями попробуй повоюй. Ты, я не хочу. Наверное, куплю здесь строителя. А строить буду канализацию. Ну, потому что я с 5 зарядами, а я следующим ходом хочу карточку поменять. Сталеварение открою. Ну, кстати, Кри сталеварение не открыл. А это значит, что он чисто в нефть вышел, да? Потому что без сталеварения вот эту теху не открыть. Блин, где же алюминий? Мне нужен алюминий. Ну, историческое место мне нафиг надо. Женя, вот теперь поиграем в перекупи Женеву. Значит, будем в Багакуме строить запретный дворец.
Блин, аквапарк тут где-то можно... Блин, не знаю, не хочу на месте рыб ставить аквапарк. Монумент, водяная мельница. Так, тут возвращаем соседство... священного места. О, я бы электричество открыл. Блин, хотя бы... Хотя три капера тоже надо было бы. О, кстати. Тут я... Зря надо было. Ладно. Давайте каперы. Может, даже и успею. А тут сколько каперы строится? Три хода. Три. Оксфордский. Как Женева повлияла. Качественно. Сколько там? Три капера надо, да? Ну, я успею. Я за три хода их сделаю. Артефакт, видишь, я без единой театральной площади играю, но культуры у меня достаточно. Тупо благодаря моим шахтам. Храм Махабодхи бессмысленный построен. Ну, попробуем религию Кхмера, что ли, у него из городов. Но он, мне кажется, не ту веру взял. О. Кстати, против Кхмера, может быть, и сработает. Хочу ли я какой-нибудь город захватить? Ну, 91-78 это нереально сейчас. Ладно, давайте вернемся, я армаду реально сделаю. Канализация. Давайте тут аквапарк. Вот тут можно, кстати, аквапарк. А, блин. Неужели построили запретку? На ровном участке рядом с центром города. Похоже, построили. Ладно, канализацию сначала, потом Арсакхас. Да, продолжай, конечно.
Интересно, куда Кхмер всю свою религию слил? Может, выкупил чувак? На эти, на религии, наверное. Ну что, забираем этого. Так, какой там следующий у нас? О, 20% ракетостроения. Так, а есть какая-нибудь вероятность проиграть тут по религии? Да не, сомневаюсь. Союз не принял. Да, мне еще надо каперы отменить. Точнее, отменить открытие электричества, потому что я трех каперов еще не построил. Вот не делаешь. Другие юниты как бы обновляются, требуют к себе внимания. Этот стоит идиот. Не надо верующих идиотами обзывать. Сломал. Чей шпион? Те ж видно. Значит, он не в союзе с этим человеком, раз не видно. Тут, значит, два варианта. Бразилия или Спарта. Подожди. Нет, я честно скажу, что это я, но это странно, что его не видно. Вообще-то это я сломал. И там, когда ломается, он же возвращается в центр города. Может, нет, быть, там показано, он... Что он... Нет, он стоит, он так продолжает в этой промышленной зоне сейчас находиться. Даже когда выполнил задание. Я его не вижу, кстати. А, вот он. Я понял, почему не видно было, потому что он должен был сбежать. Сейчас не смог сбежать, видишь? И захвачен Кри. Вижу. Зачем было мне ломать промзону? Но он прокачался на поломку промзоны. Что еще делать? Не понял, почему не ускорилось. Эх, а ведь мы союзники. Ну да. Так, этого надо сюда везти. Черепашки обработаем. На три клетки дальше. Наверное, вот здесь надо. Что в этом моде неудобно. Нельзя тыкнуть на город-государство и открыть сразу, посмотреть, сколько послов. Все остальное вроде неплохо. Не понял, в смысле... А что там вместо этого? Ничего. Вот тыкни на какой-нибудь, например, Лиссабон, который рядом. Так там... Подожди, вот... Ты имеешь в виду, сколько послов твоих или чужих, или что? Потому что моих вот написано. Город можно только через меню городов. Нет, вот смотри. Давай, какой ты город-государство? Ну вот Лиссабон, например. Лиссабон. Вот, ну блин, Лиссабон хреново. Вот давай Брюссель.
Посмотри, в Брюсселе видишь значок грека и восьмерка. То есть грек сюзерен, да. Там 8 послов. В Лиссабоне просто нету сюзерена, походу. У меня в Брюсселе один, по-моему. А это видно как? Так я же тебя спросил, любых послов или... Вот тебе, видишь, тебе надо всех послов увидеть. Ну, мой посол, вообще тут тоже написано вот... У меня написано Брюссель, восьмерка грека, а слева единица моя. Это сколько моих послов. То есть я себя знаю, сколько у меня там послов. Понял? Да. Нефть после алюминия. Испанский ты бог на следующий полос. Ой, круто. Просто такого никогда. Была она на скалу ниже всегда. Ну, я имею в виду, по полосам была. Знаете, канализацию сначала, а потом... А, Оксфорд построили? Оксфорд все-таки построили. Ну что, Мон-Сен-Мишель? А за веру можно покупать этих великих людей? Можно, да. Конечно. Мало ли какие условия. Раз нельзя подпускать, лучше спрошу. Ну, инженер на ракетостроение. Да. Так, Пингалу на гранты и пошли их фигачить там. У Крии Кхмера алюминия дофига. Так, сколько у меня городов вообще? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. То есть еще в двух городах караванов нету. Так, а что произошло? Ха, прикол. А почему я... А вот сейчас я почему-то вижу шпиона Кхмера. А он недавно, наверное, заключил союз с Кри, поэтому... А я вижу, что у нас стека. Очень странно. Хотя Кри союз не заключил. Это баг, походу. Так, есть с кем-нибудь черепахами поторговать? Два серебра у бразильца. А, у него есть черепахи, блин. Ну, все, значит. Кхмер, смотри, я обращаю твои города. Не хочешь наказать моих апостолов? Ну, и много ты распространишь двумя апостолами. Ну, это первое. Ну,
Окей. Видимо, там прокачки на реликвию. Да нет. Там вообще прокачек нет. Тадж-Махал не хочу. Канализацию. Нет, подождите. Давайте просто купим. Слушайте, а что? Ага, 6. Нормально. Ну это ж в прошлый раз, типа, да, перекупил, считай. Так-то он у меня до сих пор Женева моя. Ждем один ход. Дверодопура стала иудейской. Хаванагила, Хаванагила. Время Яшатхарапуры. Так, что нам тут делать? Кстати, а что у меня с алюминием? У меня алюминия нету, что ли? Кайф. Так. Где зенитки? Мне нужны зенитки. Мне срочно нужны зенитки. Автоматическая видимость. Ну и Валетту бы засоюзить. Я бы тогда все в центре города купил. Да, блин. Ну как вот отсюда проплыть, если можно было? Нафига он сюда встал? Это просто трындец с поиском пути, конечно. Просто трындец. Да, пускай тут пригород. Так, мне нужен караванчик. Вопрос только откуда? Ну, давайте из столицы.
Блин, а где у меня еще нету... Тут, по-моему... А, да, тут нету гавани. Точняк. Нет, тут есть, смотрите. А где она? Тут, что ли? Так. Тут есть. Тут есть. Тут есть. Вот, у меня в этом... Я варваров нашел. Кстати, а где мой... одна галера вот стоит, а вторая где-то плавает. Я думаю, пора уже домой возвращаться. Кхмер и Кри тут. Это уже очень долгая война между ацтеками и Грецией. Никто не хочет уступать. Место стыковки не очень удобное. Вот территория. Интересно. Место стыковки в воде проходит. На самом деле тут в худшей ситуации пока оказывается Кри. Потому что, например, мне с Кхмером воевать только через него. Так как мы втроем в лидерах, то выглядит так, что... Мой кирасир смотрит через эту речку, но не может перейти. О, есть нефть, раз. Тут нефть. Тут нефть под этим, что ли? Смотрите, где тут нефть? Тут, что ли? Ага, класс. Отлично, под Сен-Мишелем. Тут, кстати, надо кампус построить. Кампусы везде надо мне построить. Ну тут у меня, скорее всего, будут подводные лодки, и я отсюда буду, видимо, ядерки в Кри. Ну, Кри выглядит покруче в научном плане. То есть он раньше куда-либо выйдет, очевидно. Блин, 4 хода. Фига себе, быстро. Не успел я насладиться героическим веком, и, похоже, выйду в нормальный. Что не очень приятно. Плюс 4. Ну я... Ну вот еще одно чудо. Конечно, дострою. Но это... Хотя... Ацтек, забери флотоводца. Ну, за 3 хода... Ну, есть терракотовый, но у меня нету... Есть Петра, но у меня нету... Ападана. Вот, Ападану могу. Я смотрю, там топить скоро будет. Будут. А за что топят? За выбросы СО2. За то, что котятки.
Может, еще и выйду в золотой век. Кстати. В случайных технологиях есть, конечно, такой свой шарм. Называется, попадешь, не попадешь, куда хочешь. Блин, где тут строители? Как бы мне Валетту еще? 6 послов, ну... Где вот эта карточка, которая двойной, ну где-то дальше будет? Очевидно. У нас карты одновременно идут, да? Да. А вот как те, кто воюет? Я хожу, и ты одновременно. Ты чё там, блин? Ну кто-то ж раньше все равно. А, ну то есть, кто шустрее нападет, во время войны лучше вначале нападать, а потом уже строить что-то. Да. Все понял, спасибо. Кхмеры исследовали двигатель внутреннего сгорания. Так, Кри, у нас будет союз? Да, давай. Просто я очень расстроился, увидел у тебя аэродром. Очень расстроился. Ты тут понимаешь, тяжело. Я, конечно, вот вышел в самолет, но... Если ты уже вышел в зенитке, и толку. Брат, слушай, я тут это построил аэродром, ни в коем случае не против тебя, вообще не имел. Ни в одном глазу, ни влево, ни вправо. И ни влево, ни вправо. Да. Блин, нету больше. Нет, я тоже бы кинул. Послов. Давайте танчик купим за очень веру. Рад сообщить, то, что нас объединяет дружба. Очень рад. Ученые два хода. Музыка на свитал. 500 золота. Ну тоже такое. Но мне это надо на космопорт оставлять, это место. Мне нету смысла аэродромы строить, если у меня нету алюминия. Может, морские плотины так строить уже? Конечно, Валетта это все купил. Но у меня нету послов достаточно. Только 5 смогу. Отголоски былой эпохи. Да, ну, золотой я выйду. Можно даже великих людей не покупать. Я бы вот на этого копил, на Королева. А, вот, кстати, у меня и послы. 6 штук. Да, мне хватит Валетту. Я выкуплю, наверное. Я все выкуплю. Давайте... Что за...
Борода евангелиста. У Лёши в столице. Ну что, ну борода евангелиста, что? Что-то бороду не надеюсь. А то, что у меня там еще зуб пророка есть. Вот так вот, как бы, и голова святого Адальберта. Короче, ну, лего такое, понимаешь? Берешь голову, бороду и зуб, составляешь святого. Давайте теперь к Хмеру отправим. 172, 60. Что так мало у него денег? Тырится. Странно. Ну, давайте сюда. Кстати, давайте одного... Этот художник у меня не один. Музеи археологические. Не вижу смысла что-либо еще тут строить. Пригород. Кстати, пригород можно было бы... Пригород можно было бы. Вот тут, если бы не артефакт. Все, видите, все клетки обрабатываются. Ну, кто там героически вышел? Это я. Что-то быстро пролетел этот век. Не, этот очень долгий был, я бы сказал. Очень долгий. Когда в темном, он очень долго тянется. Да. А я в героическом, мне казалось, что-то быстро так все. Такой вжик и все. Вот теперь мы будем в героическом. Ну, а я все равно буду в золотом, так что... I'm fine. На это самое. Мушкетер на раскопках стоит. Под Сан-Паулу. Вот я даже не знаю, стоит ли мне пульс паровой машины брать. Жестина тревожная. Что все это значит? Бонус советского кампуса, это не только науку, но и произведение. Наверное, да. Что это может значить? Даже не знаю. И демократия. Ну, я, кстати, поставлю первый посол. И быстро в валете... Куплю валету и... Подождите, а почему тут? Подождите, почему оно... Не понимаю, почему поломан кампус, если я успел достроить? Валетта, конечно, офигительный в этом плане город. Не, нафиг. Ну все. Везде, где мог, загородил. Да, вот эти, конечно, кампусы мне не в тему поломались.
Ладно, ремонтируем. Хмер, продолжим. Да, давай продолжать. Почему бы и нет? Ну, я тебя обрадую, у тебя урона нет. Да, я очень... Я счастлив. У меня есть. Порадуешь? У кого? У Кри. У Кри нет. Есть только у Бразильянца и у Ацтека. У меня, в общем-то, и алюминия нету, поэтому я и вышел в эти в зенитки. Блин, почему у меня уран? Теперь придут ко мне демократию разносить. Кто-то уже открыл коммунизм? Да. Как насчет два уровня сорвать ракетостроение? Да. Туризм не дает очки туризма эти литературные произведения. А может быть лучше нейтрализовать губернатора? Ну, 3 очка, 2 очка дипломатии теряю я. Кто там есть? Ну и всемирную выставку сделаем. Страница, ну да, все. Все то самое. Я впереди по дипломатии. Там, наверное, ученые покруче. Так, пора демократию брать. Давайте к шпионам. Дальше новый курс и соседство промышленной зоны. Так, 90 тропического леса, чтобы рядом как можно больше было. Да, ну, видимо, здесь вот 3 получится. А, во! Тут и 4, вот тут, вот на этой клетке 5, да. Вот сюда мне надо. По-любому сюда надо идти. Бразилия, прям. Предложение к Хмер. Бразилия. Блин, в Люцеции не купил еще, ё-моё. Оно не покупается, когда оно уже стоит там делаться, понимаете? Фигня. Ребята, никому ученый не нужен, да? Никто не хочет забирать? А, это я пропустил.
Там кхмеры, кри и Бразилия могут забрать. Кстати, не предложила лучше. Ну, не предложила, потому что... А у меня вот нету еще ученого. Так. Видно, я пишу, нельзя нанять. Ну, значит, кто-то там должен взять его сначала. Это я должен взять. Я просто не успеваю. Сейчас возьму. Ничего. Следующего. Кри. Теперь твоя очередь. А, тут его нанял. Бразилец, видимо. Меня не выкупывают. Да, блин, кто ж нанял-то? А, его выкупил. Его выкупил грек. Понятно почему. Ну тот культурный уже не выиграть. Слишком мало. Нет, зачем культуру? Он науку с артефактов берет. Ему наука нужна. Три танка. Построить. Три танка я могу построить. Пить за веру. Раз. Два. И три. Кто мне тут пингалу убрал? Блин, мне, наверное, надо... шпионов к себе посадить, а то я смотрю, у меня там вовсю фигней какой-то занимаются. Причем это делает кхмер. Кхмер, хватит шпионить, я всех твоих шпионов вижу, не знаю почему. Правда. Хватит. Ну, портишь отношения. Ну как, у тебя 524 науки. Ну, а у Кри 587, но почему-то ты мне не мешаешь. Переводи. 524 это тоже немало. Ну, лидер-то не я. У меня минус по деньгам пошел, интересно. Неприятненько. Ну тут нету смысла гранты делать, потому что убрали пингалу. Тут апида. Ну, не знаю, мне кажется, уже апид тут бессмысленен. Мне... больше, получается, будет священное место давать производство, чем апид. Или тоже зенитку сделать пока. Вот этого парня забирать надо.
стек предложения. Грек предложение. Кри предложение. Бразилия предложение. Там валету перекупили, я мне пофигу. Фига, пока там что-то найдешь. Статую Зевса построили. У-у-у. Сейчас копеечки. Ну, слушай, а что тебе дали, кстати, современный юнит или старое? Старое. Класс. Все, нужно бояться начинать. А, блин, я еще не открыл. Корпуса еще не открыл. Вроде выставлял поселенца, смотрел, топит лошадь, думаю, дефиг с ним с этим лошадями их полно. А вот кампус что, и не стал строить нам. А кампус. Так. Что поломано? Да вроде только вот эти два риса и все. И тут еще не обработаны клетки до сих пор. Мы все здесь. Так, кто космопорты построил? Давайте смотреть. Ну, ракетостроение Кри с этим открыли. С Кхмером. Ну, я не знаю, я тут как бы без урана и алюминия чисто сидеть, надеяться на свое производство. Мне кажется, у меня производство повыше, чем, ну, чем у Кри точно. У Кри, смотрите, вообще ничего не обработано. Мне кажется, производство у меня высокое. Насчет Кхмера не уверен. А почему там науки много? Там электростанции, наверное, угольных электростанций наставлено. Ну да. Давно уж, я бы сказал. Так. Делаем корпуса. Раз, два, три.
Блин, хотел поселенца построить. Вернее, построил, а теперь гляжу там, пока дойду, мне запросят. Ну, ё-моё. Вот это классные ученые. Так, ракетостроение открываем. Давайте, наверное, так и так. Где у меня больше всего производства? 124. 104. Ну, не, зато статую Зевса поставил в конце игры, и у тебя дешевые юниты, апнул их денег дофигища все равно. И уже войска есть. Не нужно строить очень долго. На научный город, у него тоже все затоплено, хотя вроде научный. Что за пригерло, у тебя до меня каравана достает? Да, в какие-то, да, точно. Я думал, ты посылаешь их просто хотя бы. Ну да, как минимум 4 ходит. Кри все ко мне посылает. Я с... Вот то, что я имею, это вторая строчка. То есть 2 еды, 2 производства и 2 культуры. Блин, Женеву перекупили. Да, вот это хреново, он теперь накопил. Но мне надо было в Валету увлиться, иначе меня бы затопило. Иначе меня бы затопило. Логистику надо этого чувака забирать. О, я слышу самолетики. Так, а сколько у нас? 4 хода. Так, надо будет поставить карточку на апгрейд. Вообще надо пластмасс сначала. Это тоже классный, но мне важнее вот это забрать, поэтому копим.
На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно выйдет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!